Здесь? Да. Здравствуйте все. Хурматли хамкасблар, учрашу якюлланды. Матбуат анжуманының бірінші қысмады Алмалық жамасы баш мұрабби Игорь Шукурин хузурингизде. Игорь Анатольевич, ваше резюме. Ну, резюме такое, что мы сегодня выиграть, ну, никак не могли по той игре, которую мы играли. Мы подстроились под Буньоткор, а свое, в общем-то, ничего и не создали. Если линия полузащиты вся выпадает, то как создавать моменты, только стандарты да навесы. Тренируем одно, играем в другое. Поэтому мы сегодня выиграть не могли. Да при том, что, я скажу, общее, да, если на игру посмотреть со стороны, мне сегодня жалко главного тренера национальной сборной. Потому что очень много кандидатов, и у него сложный выбор. Он сейчас не может понять, они действительно всегда так играют или только сегодня. Если говорить про жару, то ну что жару, все играют же, не такая уж была и сильная жара, духота, ну да, дальше что. Поэтому, если так сказать, то выиграть мы сегодня не могли. И те моменты, которые там что-то были, все это ерунда. Спасибо. Мархамат Савалла. Игорь Анатольевич, вот мы смотрели статистику, у вас и хорошее забивание, но и пропускаете много. Буньоткора наоборот, забивают мало, пропускают тоже мало. Да-да. Вы это учитываете при установке или вы действуете так, строите свою установку именно вот здесь и сейчас, не учитывая статистику? Ну, статистика такая вещь упрямая, скажем, да, поэтому мы в любом случае, конечно, учитываем. А здесь без статистики видно, что мы действительно много пропускаем. Да, вроде на сегодняшний день пока что забили больше всех. Но если бы те моменты, я не беру сегодняшнюю игру, потому что их практически не было, я имею в виду наши моменты, то мы создаем очень много моментов, еще раз говорю, не учитывая эту игру. Я скажу так, что мы примерно вот с Локомотивом, если скажем так, немножко, правда, они по-другому играют, чем мы. Вот. Но мне кажется, это две команды, вот именно если бы они все забивали хотя бы или половину того, что есть, то было бы сегодня, допустим, мы не 28 забили бы, а забили бы, наверное, больше на десяток мячей, значит, было бы больше очков. Ну, что мы можем поделать? Сегодня страдают все, в первую очередь, ладно, это клубы, когда ты, а когда люди попадают в сборную, тоже, наверное, будет. Учитываем, конечно, учитываем все. Но если вот сегодня у нас, скажем так, если честно говоря, у нас ну, очень короткая скамейка, да, очень короткая. Один уразу держит, да, еле ходит. Запретить не можешь, потому что, да, лезть в частную жизнь, ну, понятно, что это. А другой, допустим, с травмой, ну, все два человека вроде бы. А они влияют. Хотя до этого не должно быть, по идее. Поэтому у нас очень короткая скамейка, очень сложно вытянуть весь сезон. Особенно, когда вот такая теплая погода у нас стоит. А погода тогда дубль есть у вас? Перспективные ребята ближе к остальным? Я вам потом анекдот про перспективу расскажу после, да, сейчас не могу. Тут, знаете, да, да. И камера. Да, поэтому говорю, перспективно, ну что значит, я уже не раз говорил, что мы, честно говоря, 7 лет, да, просто-напросто была школа, она и есть, но работа там просто-напросто не велась. Поэтому это мы говорим сейчас про алмалыских ребят, да, молодых ребят. Почему их нету? Нам все время задают, где алмалыские ребята. Да с удовольствием возьму 20 человек, но их нету. Их нету, они есть, но они даже... Да, вторая лига, ну а что дает вторая лига? Вы знаете, какая у нас вторая лига, ничего не дает, поэтому... Это все просто лишняя трата денег, скажем так, чтобы мальчики не обиделись, потому что они не попали куда-то. Ну, неправильно. Все равно в природе существует, да, естественный отбор. Проходишь, значит, молодец. Нет, значит, иди на завод работать, скажем так. Спасибо. Яна Савалла, Бахадыр. Игорь Анатольевич, в команду на выезде матча что не хватает? Ну, Варейки проиграл команду, Фергани проиграл. Здесь, а дома набирает.
Что не хватает? На выезде. Что? Три игры, да, со времен, как мы начали работать в этой команде, мы, по-моему, первый раз только три игры проиграли вообще за первый круг. Раньше было больше. Что не хватает? Мубараки мы проиграли, в принципе, по делу. Скажем так, вот примерно такая же игра была, только команда повеселее играла против нас. Кому еще? Фергане? Фергане, опять говорю, было столько моментов у нас, если это действительно просто почему-то телевидение у нас показывает только забитые голы, не показывает, которые действительно не были. Забили. Не забили, да. Вот. В принципе, могли в Фергане при счете 2-0 у нас сразу момент это и... Ну, в принципе, масса моментов было, мы не забили. А нам забили откуда хотели, а тут забивали, там, с 35 метров. Вот и все, надо забивать просто. Это вот сегодня нам на УЗИ не хватило того, что мы вообще... Средней линии не хватило нам, скажем так. Яна Савална. Игорь Анатольевич, если позволите, я понимаю, что обычно тренер следит за своими игроками. Вот у Буньоткора сегодня было немало моментов, да? На ваш взгляд, почему забил Буньоткор только один гол? Как форвард бывший. Можете ответить? Ну, не знаю, ну как форвард, причем здесь форвард? Ну, смотрите, ну, первый момент, скажем так, по первому тайму бил головой, да, там вратарь среагировал, скажем, если пробей влево-вправо чуть-чуть, значит, был бы гол, он пробил прям как бы во вратаря, а он, хорошо, такие хоть не пропускаем, да, которые бьют во вратаря. Ну, со штрафных несколько ударов отбил вратарь. Ну, отбил вратарь, да, но, в принципе, сегодня... Рашидов он бил не так, как, допустим, с теми же другими командами, которые мы просматривали, потому что там больше с отскока, вот как, да, он бьет вниз, на клевом идет такой удар. И здесь, а так, в общем-то, в принципе, на уровне вратаря руки один раз был, один раз перевел тоже. Третий раз на угловой, да, он третий. Он не перед собой ваш Лавуха, он именно по сторонам раскидывал, это не давало возможности добивать, а он хорошо сыгрался. А мы не спорим сегодня, что он хорошо сыграл, да, если бы вы сказали, что он в Фергане хорошо сыграл, я бы тогда поспорил бы. Да. Нет, сегодня все правильно, да, ставили, доверили ему, все-таки поговорили, потому что у нас тоже с этим есть проблема, так что... И еще один вопрос, заканчивается почти первый круг, между кругами будет ли усиление состава и... В какую сторону? Вы говорите, короткая скамья. Короткая скамейка, но усиление в любом случае будет. А вот насколько оно произойдет, то, что мы планируем, это одно. А другое, сбудется ли оно. Потому что мы предполагаем, как говорят, а Бог располагает. Поэтому усиляться будем, обязательно будем усиляться, если мы хотим опять вступить в гонку за лигу. Чтобы попасть туда. Если просто так, за шестое место, смысла, наверное, нет. Поэтому у нас пока есть смысл, мы пока в этом видим. Все-таки еще вот одна игра осталась в первом круге, и там еще 15 игр, в общем, 16 игр. Еще дистанция большая. Поэтому мы все-таки попытаемся сделать то, что мы хотим. Вам большое спасибо. Удачи. Да, у меня тоже один вопрос. Пацаны, что пришли? Это какого? Он тебе вопросы не задают, что-то это какое. Пацаны, наверное, тоже уразу держат раз. Да. Во-вторых, сегодня праздник, день журналистов, поэтому, наверное, они ждут, не дождутся, когда пойдут есть плов. Да, я вас поздравляю тогда, ребят. Я не знал, что день журналистов. Что, я отсюда выйду тогда? Можно так. Все, спасибо, до свидания. Счастливо.